Всем привет, с вами я, Дед Мелон. Недавно я увидел этот комментарий одного чела под моим роликом с копией Мелона в пакет-код. Я кинул ему вызов, и уже потом, он мне скинул файл с игрой. И как вы поняли, сегодня я сделаю обзор на эту игру, ссылку на автора я оставлю в описании. Обязательно поддержите его и подпишитесь. Ну а также не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Ну и давайте начинать. Ну вот я уже и в игре, нас встречает Мелон. И что круто, у него двигается рука. Давайте заспавним коробку. И сразу, что мне не нравится, что коробки слишком долго летят. Было бы круто, если можно было просто зажать по предмету и перетащить его. Кстати, коробкой можно проломить голову Мелону. Также у нас есть вторая коробка, но она отличается только текстурой. Еще есть оружие, похожее на УЗИ. Оно не стреляет, но его можно дать в руку персонажу. Также есть шприц из People Playground, и им можно вылечить персонажа. Есть и второе оружие, нож, им можно порезать Мелона. Но в этой игре есть второй персонаж, это Яблоко. Как сказал автор, Яблоко здесь бесполезный персонаж, ведь его нельзя ранить или порезать, только дать в руки оружие. Ну и вот ролик подошел к концу, мои пожелания автору. Игра хорошая, но в ней есть куча багов и недоработок. Если ты их исправишь, то игра станет очень крутой. Ну что ж, всем удачи и пока.